Всем зрителям нашего канала большой привет. Мы сегодня снова на Томи. Уровень воды поднялся до небес. Больше 2 метра, 234, по-моему, 236. Вода грязная. Бревна, палки, деревья плывут. Но улов мы сегодня не рассчитываем. От слова вообще. Но так как погода сегодня солнечная, без дождя, решили подышать немножко свежим воздухом и попытать судьбу. Как всегда, рыбачим сегодня на покатной поплавок. Тиролька. Мушки, кембрики. Будем менять цвета. Может, какой-нибудь все-таки сработает. Блин, бревно. Я чуть туда на бревно не кинула. Ужас. Вот такие бревна у нас плывут по реке. Это еще маленькое. Целые деревья. Ха, первые поклевочки у Паши, у меня. Пара одинаковая. Ла-ла-ла. Малышки. Так, ну уже лучше. У меня все розовые кембрики стоят. Ну там фиолетовые, разные сочетания розового. И я не ожидал. Причем мы с тобой одновременно. Сейчас обнадежит. И все. Я все-таки надеюсь, что розовый цвет очень яркий, и что его видно даже в мути, и вот в этом траве и дерьме, которое плывет в воде. Ага. Ё-моё, вот это да! Офигенный вообще. Крутой. Ну вот я тогда в прошлый раз тоже думала зацеп. Классный. О. Ух ты. Так. Кабанчик, действительно. Ну, вроде не чешный. Хороший. Нифига себе, Пашка. Ты чё? Ты опять чё ли начал? А? Промахнулся? Хорошечный, хорошечный. Жадные поклевки. Топит просто, как будто. Да ты чё? Когда ж у меня-то халюнет? Малышка появился. Угу. Как будто у закорявки зацепился. Кто это? Нет, нифига, смотри, какой красавец.
Офигеть. Паша, ты что сегодня решил мне вообще нос утереть? Офигеть, смотри, какой он хороший. Вот какой. Юлечка сегодня в полном ауте. Да. Там водил. Вообще, ну, как лимон. Да, вообще, когда на реке столько воды, вообще просто все непредсказуемо. Нет. Вообще, в принципе, удивительно, что в такой воде ты что-то умудряешься ловить. Что, уважаемые зрители, заканчиваем мы нашу рыбалку. Вот такой шикарный у нас улов. Нет, ну, экземпляры шикарные, но было бы их побольше. Было бы приятнее. Но, честно сказать, с такой водой мы с Пашей вообще не рассчитывали, что хоть что-то поймаем. Ладно, хоть три штуки. Ладно, хоть три штуки. Никакой закономерности, никакой статистики. Всю рыбу поймал Паша. У меня за всю рыбалку с часу до пяти была одна поклевка. Рыба сегодня ко мне вообще отказывалась идти. Так что Паша сегодня молодец. Такую ужасную воду. Я тебе дам. Поесть? Пожарю, дам одну рыбку. Ладно, друзья, поехали мы до дома. Пришлось нам выехать в такой уровень воды, потому что на следующей неделе обещают, ну уж очень плохую погоду. А подышать воздухом хотелось. Всем пока. Пока-пока, до встречи.